Вы отсюда уйдете с другими глазами, это я вам гарантирую. Потому что самое интересное, наверное, это получить информацию ко времени. Ну, начну, наверное, знаете, с чего? Начну с энергогрязи, которая нас окружает. Ваша обувь, одежда, ваши постели и так далее, и так далее, и так далее. Мусор находится на статике. На ваших очках мусор. Вы смотрите через этот мусор, отдаете энергию. Это, ну, как снимается, знаете, когда человек смотрит, как он идет по асфальту, он вокруг него стог всякого мусора. И этот мусор еще копошится, живая система. То есть, по сути дела, из нас сделали посмешище. Мы, наше тело рассчитано не на 70, не на 80 лет, а рассчитано намного больше. Ну, хотя бы 500 лет взять хотя бы для, как бы, на первый раз.